Фильм Сироджидина Гафури. Жертва во имя любви. В фильме снимались Сироджидин Гафури, Саюрай Набиджон, Синои Ибрагим, Исо Абдурашидов, Хуршет Абдулоев, Тахмина Удинаева. Продюсер Сироджидин Гафури. Композитор Манучер Бахрулов. Автор сценария и режиссер Сироджидин Гафури. Куда делся этот парень? Да где бы ни был, сейчас появится. О, легок на помине. Пришел. Юсуф Джон, вчера рано пришел, а сегодня что? Сглазили, что ли? Думаю, так, сглазили. Нет, точно сглазили, 100%. Тебе не стыдно врать? Вчера он с полдороги вернулся, шеф. Как это с полдороги? Сам не можешь за мной гнаться, а еще обвиняешь человека. Правду говорят, что мула с мулой не сходится, певец с певцом, а Юсуф с муслимом. Но я не такой вредный, как ты. Ну ладно, хватит. Тогда поклянись. Почему я должен кляться? Хватит. Иди умывайся и завтракать. А то опоздаешь на работу. Черный чай закончился. Блэк ти заварить, шеф? Хочешь сказать, черный закончился, а заварить зеленый? Я не разбираюсь. Солист ансамбля «Фалак» начал петь. Опять яичница. Боюсь, что скоро сами начнем кукарекать. Юсуф Джон, этот год петуха. Так что до конца года будем есть куриные яйца. И когда начнут вылупляться цыплята, вот тогда и перейдем на мясо. Только не мясо козла. А то, как некоторые, начнем. Что-то ты в последнее время очень веселым стал. Ну, берите, угощайтесь. Ты как-то изменился. Нет, шеф. Я всегда таким был. Веселым. Нет, разница есть. Нет, вам кажется? Берите, ешьте. Ешьте, ешьте. Муслим очень хорошо готовит яичницу. Ведь из этих яиц должны скоро вылупиться цыплята. Муслим, ты достал меня уже. Сколько можно за тобой ухаживать?
Ты когда научишься есть? Юсуф. Сейчас, сейчас. Ты что там делаешь? Шевелись быстрее. Да сейчас иду. Юсуф, мы опоздаем. Да подожди немного. Ладно, до свидания, шеф. Да хранит вас Всевышний и оберегает от всех бед. Останови где-нибудь, я баланс пополню. Быстрей, быстрей. Всего одну минуту. Ой, извините, девушка, извините. Ничего. Вы тоже хотите пополнить свой баланс? Хорошо, пожалуйста, сначала вы. Нет, спасибо, после вас. Так же будет неуважительно. Сначала вы, а потом я. Молодой человек, я же сказала, после вас. Видно, вы куда-то торопитесь. Нет. Я не тороплюсь. У меня есть время. Сначала вы, а потом я. Алло? Здравствуйте, как дела? В Дубай собираюсь, в Дубай. В Дубай, говорю, еду. Ты что говоришь? Давай быстрее. Сейчас приду, подожди секунду. Да, Ширин? Какой урок? Я сейчас мигом, придумай что-нибудь, я сейчас. Хорошо, пока. Молодой человек, пропустите меня, а то я на урок опаздываю. Пожалуйста. Что? Урок? Самолет сейчас улетит. Урок. Ну, тогда давайте быстрее. Ой, не видите, что со скотчем не берет? Что? Не берет? Еще как берет. Каждый день берет, а сегодня не берет? Смотри, как берет. Эти голодные автоматы даже скотч без денег берут. Не берет. Фу, еще в Дубай собирается, осел. Что? Что вы сказали? Ничего. Вы что-то сказали? Ничего нет. Это что, Ясмину на распродажу поставили, что ли? Наш университет был открыт в 1999 году. Здравствуйте, учитель. Можно? Ясмина, это что еще за шутки? Ну, хватит уже. Больше не повторится. Не повторится. Я это уже сотый раз слышу. Ясмина, один самон у тебя сзади приклеен. Что? Что вы сказали? Ничего. Нет, вы что-то сказали? Нет, ничего.
Ясмина, успокойся. Ничего страшного. Не расстраивайся. Она права. Послушай ее. Тебе так не идет. Пожалуйста, улыбнись. Ну, пожалуйста. Вот так. Девчонки, давайте поедем кое-куда. Я там вчера с Парвизом была. Поедем? Да. Поедем. Сумку не забудь. Ты в последний раз когда голову мыл? А что? От тебя прет соляркой, бензином и маслом. Как будто это не голова, а нефтяная скважина. Исчезни ей. Ладно. Эй, стой! У меня нет денег на обратную дорогу. Эй! Спасибо, Зибо. Красиво. Добро пожаловать. Здравствуйте. Проходите. Вы проходите, присаживайтесь, а я сейчас подойду. Хорошо? Хорошо. Смотри на него. Извините. Слушаю. Позовите администратора. Сейчас. Добрый день, девушки, слушаю. Здравствуйте. Знаете что? Мы бы хотели, чтобы вон тот парень нас обслуживал. Девушки, он бармен. Он должен там стоять. Это пока аванс. Хорошо. Без проблем. Слушай, пойдешь обслуживать этот столик, иначе я тебя уволю. О, посмотрите, девчонки, кто перед нами? Мистер Дубай. Как полет? Как отдыхаешь? Слушаю вас. Девчонки, давайте сегодня я буду заказывать. Надеюсь, что вам тоже понравится. Нам 3 ложки кипятка. И все? Только быстрей. И все. Мистер Дубай, так не пойдет. Я 3 ложки заказывала. 3 ложки. Ты что, родного языка не понимаешь? Тебе что, на английском объяснить?
Сори. Осёл! Эй, значит, мистер Дубай, да? Сколько дней ты проработал? С того четверга до этого. Одна неделя. И еще 3 дня. Ну, 10 дней проработал. 10 дней? Это же рекорд. Как это ты 10 дней проработал, а? Как терпел-то? Ладно, не грусти, Исуф. Работа найдется. Мой помощник Умед поехал навестить родных. До его приезда будешь работать вместо него. Ну как, мистер Дубай? Хорошо, хорошо. Знаешь, Муслим, у меня в жизни одна единственная мечта. Где-нибудь месяц полный проработать и получить зарплату. Но когда исполнится эта мечта, знает только один Всевышний. Юсуф Джон, я тоже мечтаю о том, о чем мечтаешь ты. Как? Ну ты же получаешь зарплату? Нет, я мечтаю о том, чтобы ты где-нибудь проработал полный месяц и получил зарплату. Ты испортил мою мечту. Теперь она не исполнится. Исполнится. Моя мечта к чертям пошла. Валет Козер. Айма. Дама Козер. Айма. Король. Ага. Туз. И дама Пагу. Вот теперь все твои мечты исполнятся. Ладно, пошли спать. Завтра много работы. Эй, надоели мне твои масла, солярки. Но у меня выбора нет. Юсуф. Дай мне ключ на 22 и болт. Вот этот? Это на 22 разве? Ты что, слепой, читать не умеешь? А, это же на 16. Добрый день, Усто. Добрый день. Усто, нужно срочно заменить масло. В какой машине? Мерседес? Да. Вы сами видите, здесь столько машин, а времени мало. И что, никак нельзя? 40 минут подождете? Сколько? Через 40 минут подойдете? Хорошо. Номер телефона дайте. А, напишите. 911-69-69. Хорошо, я позвоню. Хорошо. А на какое масло заменить? На самое хорошее, самое лучшее. Хорошо, хорошо. Все, пока. Эй, а ключи? Прошу прощения. Здравствуйте, Ахмат. А где моя машина? Через 10 минут будем. Поторопитесь. Слушаю, шеф. Где вы, Ахмат? Срочно приезжайте в офис. Дело есть. Нужно Ясмине машину отогнать. Ясмина на такси может доехать. Ну тогда Хуршет отвезет, а я приеду. Вы слишком много говорите. Оба, чтобы были здесь. Поторапливайтесь, времени мало. Хорошо. Шеф сказал срочно приехать в офис. Дело, говорит, есть. Позвони этому Усту. Пусть пригонит машину.
Действительно. Можно и так сделать, номера-то есть. Слушаю. Все нормально, Усто? Я хозяин машины. Только что был у вас. А, хозяин Мерседеса SLA. Да, да, SLA. Да, машина ваша готова, приезжайте. Знаешь что? Одно доброе дело сделай. Что сделать? Пригони машину к Славянскому университету. Там и заплатим за работу. Говорит, пригони машину к Славянскому университету и получишь деньги. Чего лежишь? Давай, вставай, иди. Лежит он здесь. Иди и возьми деньги за услугу. Хорошо, сейчас пригоню. Только побыстрее, хорошо? Хорошо. Ладно, я поехал. Ладно, иди. Все готово? Да, забирай. Сколько с меня? 20 самани. Вот, возьмите, спасибо. Будь здоров. Вау. Ну-ка. Подождите. Здравствуйте, красавицы. Бесплатное такси не заказывали? Не поняли. Говорю, бесплатное такси не надо вам. А бензина достаточно, чтобы нас отвезти? Если кончится бензин, сам буду толкать со скоростью 120 км в час. Ты уверен? Почему нет? Вы только скажите. Извините, девчонки. Мне кажется, я вас где-то видел. Лица, кажется, мне знакомые. Да, возможно. Но видим мы вас впервые. А, понятно. Это ваша машина? Что? Машина ваша? Да, да, на прошлой неделе с Дубая привез. У мастера был. Немного помог ему. Не видите, руки в масле? Да, вот такие мы скромные люди. Да, красивая машина, очень красивая. И вам подходит. Я машине? Или машина подходит мне? Машина вам. Спасибо. Честно говоря, мы парни трудолюбивые. С самого начала трудились и своим трудом добивались всего. Не как некоторые. Мы не красуемся за счет своих отцов. Ну, во всяком случае, спасибо за добрые слова. По-моему, из Дубая звонят. Алло?
Здравствуйте, Ака. Алло. 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 Мистер Дубай? Госпожа Москва? Это за услугу, мистер Дубай. Хорошо, что все обошлось. Ну как я его, девочки? Да, бедный мистер Дубай, что с ним теперь будет? Ты термокс включил, Юсуф? Включил, включил. Эй, не будешь сегодня заниматься? У меня что-то голова болит. Ты что-то в последнее время лекарства не пьешь, к доктору не ходишь. Да в последнее время не беспокоило. Я же почти выздоровел. Ты не ребенок уже, Юсуф. Береги себя. Юсуф, знаешь, какой завтра день? Конечно. Незабываемый день. День рождения шефа. Как можно этот день забыть? Завтра утром сначала пойдешь к доктору, потом на базар. Короче, сделаешь покупки, приготовим что-нибудь вкусное. Завтра у меня очень много работы, Юсуф Джон. Хорошо? Береги себя, Юсуф. Хорошо. Это еще откуда появился? Ясмина? Да, Ашраф. Здравствуй, сестренка. Здравствуйте. Что с тобой? Что случилось? Ты хорошо себя чувствуешь? Ничего не беспокоит? Ясмина, ты что-нибудь ела? Ясмин? Из-за чего произошла авария? Это была твоя вина? Или что-то с машиной? Ну, скажи что-нибудь. Ну, ладно. Спокойной ночи. Мешать не буду. Завтра поговорим. Да и обязательно сходи к врачу. Хорошо. Хорошо? Ты что-нибудь ела? Да. Ладно, доброй ночи. Спасибо. Войдите. А, Юсуф Джон, здравствуйте. Здравствуй, заходи, заходи. Как ты? Здравствуйте. Все хорошо? Как здоровье? Тебя совсем не видно. Куда пропал? Больше не приходишь, а? Да времени нет. Садись. Спасибо. Ну, рассказывай. Как здоровье? Ну, если честно, долгое время не беспокоило, но вот уже 2 дня... как боли появились. Поэтому зашел к вам. Правильно сделал. Очень хорошо.
Давлат Сабирович, вас главврач зовет. Да, сейчас приду. Юсуфджон, подожди 5 минут, хорошо? Да, конечно, конечно. Хорошо, я быстро вернусь. Ты посиди пока. Хорошо. Здравствуйте, можно войти? А, проходите, проходите. Ты? Что, испугалась? Кого? Тебя? Никогда. Тогда почему бежишь? Доктор пошел на совещание. Будет через 5 минут. Можешь подождать его здесь? Ну, если, конечно, не боишься. Госпожа красавица, у вас что-нибудь болит? Что-нибудь беспокоит? На что жалуетесь? Не хотите говорить? Это не твое дело. Нет, вы ошибаетесь. А вы знаете, кто я? Я однокурсник вот этой великой личности. Мы вместе учились. Сидели за одной партой. Он все с моей тетрадки списывал. Короче говоря... Я кандидат врачебных наук, человеческих наук. Ну, в общем, академик. Тоже мне доктор Айболит. Да, доктор Айболит. Доктор Айболит. Но слово Айболит мне не нравится. Ну, в общем, я доктор. По глазам вижу. Вы хорошая девушка. Говорят же, глаза — зеркало души. Сердце ваше говорит одно, а гордость ваша не позволяет, чтобы вы поступали, как сердце хочет. Сердце хочет любви. Вот видите? Как услышали слово «любовь», сердцебиение участилось. И движение ваших прекрасных глаз тоже. Может, у меня тоже участилось? Вот видите? Любовь, любовь, любовь. В общем, сердце надо освободить. Пусть работает по-своему. Когда сердце свободно, свободно бьется, оно богатеет. Что такое богатство? Это любовь. Говорят же, если есть любовь, остальное не важно. Когда много любви, жить становится прекрасно. Жизнь проходит прекрасно. Человек, который в сердце имеет любовь, он вечен. Девушка, постойте. Извините. Юсуфджон, ты куда? Извините, доктор, я опаздываю, времени мало. А как же головная боль? Головная боль? Головная боль только что вышла. Я еще зайду. Оказывается, лекарство от головной боли — это девушки. А мы ищем лекарство. Это же интересное открытие. Впредь для неженатых больных нужно рекомендовать девушку. А, вот и наш торт. У нас всегда так получается. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. 2 свечи потухли. Да ничего страшного. Конечно, ничего страшного. Где зажигалка? Только что была здесь. А? Так, минутку. Так, 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 так. Ну, дорогой наш именинник, загадывайте желание и дуйте.
С днем рождения! Поздравляем! Поздравляем! Поздравляю! Спасибо вам! Спасибо! Ваше сердце жаждет любви. Видите? Любовь, любовь, любовь. Позвоню. Дорогие господа, предоставляется слово великому человеку, доктору машинных, бензинных и масляных наук, уважаемому Муслимджону. Прошу вас, скажите несколько поздравительных слов нашему шефу. Начинайте. Благодарю вас, Юсуфджон. Честно говоря, я и не знаю, что сказать, Вашу честь. Потому что, что бы я сейчас ни говорил, как бы ни восхвалял вас, этого будет мало. Знаю только то, что все хорошее, что мы в жизни увидели, это благодаря вам. С того дня, что мы находимся рядом с вами, мы никогда больше не чувствовали себя одинокими. Потому что вы для нас и мама, и папа, и учитель. Вы для нас все. В общем, наш покровитель. И я прошу Всевышнего, чтобы вы вечно жили и не оставляли нас. И у меня к вам одна просьба. Если, конечно, Юсуфджон согласен. Согласен, согласен. Если вы позволите, мы с этого дня будем называть вас отцом. Потому что мы не помним, ни я, ни Юсуфджон, не помним, когда произносили это слово «отец». Если, конечно, вы позволите. Нет. Только при условии, что я тоже буду называть вас сыновьями. Ну ладно, хватит, хватит. Сегодня радостный день. Хватит рыдать. Пойду, а то шашлыки сгорят. Спасибо, сынок. Спасибо. Здравствуй, сестренка. Здравствуй, Ашраф. Ну как ты? Спасибо, все хорошо. Все хорошо? Нормально. Как здоровье? Хорошо. Уже лучше, надеюсь? Здоровье хорошее. А? Шумахер? Самочувствие хорошее. К врачу ходила? Да, ходила. Что сказал? Ничего не сказал. Все отлично. Шея немного задета и все. Ты к хорошему врачу ходила? Да, хороший врач. Понимающий. Полезные советы дал. Мне понравился. Кто, доктор? Да. Ой, нет, его советы. Советы? Ну, если советы, то хорошо. А теперь скажи мне, кто виноват? Только правду.
Правду? Да, правду. Я сама. Я 100 раз говорил. Води медленнее, будь внимательна. Ну ладно, ничего. Говорят же, иначе не будешь хорошим шофером. А? Шумахер? Но это не значит, что каждый день ты должна портить по одной машине. Но если хочешь, возьми шофера. Нет, я сама. Ну, сама так сама. Ладно, я пошел. Спокойной ночи. Спасибо. Ладно. И вам спокойной ночи. Так ты что-нибудь ела или нет? Да, я ужинала. Ладно. А вот моя жена говорит, что ты не ела. Как? Мы с ней вместе ужинали. А, вместе с ней? Ну да. С ней, да? Да. Хорошо. Хорошо, спокойной ночи. Эй, почти все сгорело. Алло. Вы мне звонили? Вы кто? Я. Я ваша пациентка. Что? Пациентка? Что еще за пациентка? Эй, доктор Айболит, не притворяйся, что не помнишь. Это вы? Как вы? Спасибо, я в порядке. А вы как? Я? Да я по-прежнему. Если по-прежнему, то хорошо. Я хотела узнать график ваших приемных дней. Мои приемные дни? Приемные дни от рассвета до заката и от заката до рассвета. А еще бывают приемные ночи. Ого! У вас еще и приемные ночи бывают? Ночью мы принимаем сон, чтобы днем прием был хороший. Ты кого там принимаешь в такое позднее время? Госпожа Москва. Кого? Госпожа Москва и мистер Дубай. И что говорит? Сейчас. Алло. Куда пропали? Уснули, что ли? Нет, сейчас не время сна еще. У меня завтра уроков нет, я свободна. Ну хорошо, если нет уроков, будете спать, отдыхать. Я днем спать не могу. Ну, если не можете уснуть, полежите. Вы завтра не принимаете? Кто, я? Да, вы не принимаете? Эй, дурачок, она на свидание тебя приглашает. Скажи, что да, принимаю. Да, он говорит, да, принимаю. Кто говорит? Доктор Айболит говорит. А, доктор Айболит? Во сколько, где? Во сколько? Время назначьте вы. Хорошо, хорошо. Гульбахор, Гульбахор. Я люблю тебя, Ясмина Джон. Буй бахорой. Ладно, отец. Шеф, то есть отец, благословите меня. Опять искать работу? Я нашел хорошую работу. Нужно поговорить с хозяином.
Илохомин, Худоя Худованда Шамара дар панахи исмати худаш нигабон бошад. Парвардигор хар дутон да барори кор ато фармайд. Амин. Аллоху акбар. Спасибо, отец. Спасибо. Удачи тебе, сынок. Спасибо. Удачи. Ты почему остановился? Цветы не возьмешь? А, правильно, вот это голова, умная голова. Эй, умная голова. Эй, умная голова, деньги-то есть? И это правильно. Но говорил же я, что эта голова последнее время не бензином, а весной пахнет. Шевелись, болтун. Здравствуйте. Дайте мне одну красную розу, пожалуйста. Сколько с меня? Эй, давай быстрее, опаздываем! Сейчас, сейчас! Сколько вы сказали? 20 самон. Спасибо, будь здоров. Привет. Привет. Цветок не подарите? А? А? Цветок не подарите? А, цветок. Где? Thank you.
не помню своих родителей. Честно говоря, человек, который с нами живет, не наш отец. И Муслим тоже не мой брат. Но для меня они больше, чем отец, и больше, чем брат. Потому что я тоже не помню, кто моя мать и кто мой отец. Я не знаю, кто меня назвал Юсуфом. Юсуфджон, я никогда тебя не оставлю. Правда? Вон, видишь эту звезду справа от нас? Это я. Каждый раз, когда будешь скучать по мне, смотри на эту звезду. А ты как меня увидишь? Каждый раз, когда я буду скучать по тебе, я закрою глаза, и твой образ появится передо мной. За день сколько раз ты закрываешь глаза? Говорят, на мир нужно глядеть глазами сердца. Глаза моего сердца закрыты. Только и думаю о тебе. Днем звезд нет. Куда мне смотреть, чтобы увидеть тебя? Днем? Днем смотри на солнце. А если пасмурно? Если пасмурно... Заряд кончается, любовь моя. Не будем прощаться, хорошо? До завтра. Двери нашего дома открыты для тебя. Добро пожаловать. Ага, пока. Целую. Думаю, кубок любви достанется тебе. Да оставь ты этот кубок. Завтра к нам в гости придут. Кто, Ясмина придет? Да. Ну и что? Гость — это дар Всевышнего. Манижа? Муслим? Здравствуй. Здравствуй. Как ты? Все хорошо у тебя? Спасибо, хорошо. А как твои дела? Как жизнь? Хорошо. Не надо врать. Я все знаю. Если знаешь, то нет смысла говорить. Отпусти руку, свекровь со мной. Слушайте, возможно, я сегодня приду попозже. Если брат спросит меня, скажите... Сами знаете, что сказать. Ясмина, что мне сказать твоему брату? Ну, скажите какую-нибудь вкусную ложь. Скажите, пошла к Ширин или к Зибо. Машину я оставлю здесь. Если он придет раньше меня, скажите, что я сплю. Хорошо? Я поеду на такси. Возможно, я приду раньше него. Ладно, до вечера. О, Всевышний, когда все это кончится? Что этот его телефон звонит и звонит, а? Юсуф! Да, телефон! Сейчас! Слушаю, дорогая. О,
дорогая. Джона. Дорогая, да? Здравствуй. Здравствуй, можно? Заходи, заходи. Добро пожаловать в наш скромный дом. Мы очень рады. Проходи. А дома кто? Да никого, только Муслим и отец. Проходи, проходи. Я стесняюсь. Кого стесняешься? Проходи. Ну? Ну, проходи уже. Здравствуйте, дядя. Здравствуйте. Здравствуйте, брат. Здравствуйте. Добро пожаловать. Мы очень рады вам. Вы озарили наш дом. Проходите. Познакомься, пожалуйста. Это великий человек. Наш шеф. Нет, наш отец. Мой брат Муслим Джон. Это прекрасная девушка Ясмина. Какое красивое имя. Как она сама, а? Прошу, проходите, присаживайтесь. Прошу, садитесь. Молодец. Спасибо. Эй, Юсуф Джон, слушаю, отец. Завари-ка нам один крепкий-крепкий чай, сынок. Сейчас, сейчас. Значит так, дочка. А она красивая. Но мы тоже не уроды. А кто ее отец? Отец? Отца я не знаю, у нее вообще нет родителей. Есть только один брат. Только вот не знаю, кем работает. А ты чего такой? Сегодня какой-то не в себе. Все нормально? Нормально, нормально. Просто сегодня я встретил Манежу. А, понятно. Ну давай, ты накладывай скорее плов, а я отнесу чай. Хорошо. Ты куда это ходил за чаем, а? Да нет, с Юсуфом заговорился. Я служил родине. Воевал в Афганистане. Спасибо. Потом лишился обеих ног. Вам чаю налить, отец? Наливай, сынок. Не только я пострадал, несколько моих товарищей тоже. Но я думал, самое главное в этой жизни — это мир и покой. Это моя единственная мечта. Пусть всегда на нашей земле будет мир и покой. Вот и наш плов. Вот наш повар, а это его прекрасное творение. Вы хотите сказать, что этот плов приготовил Юсуф Джон? Мастер на все руки. Все, что он готовит, очень вкусно. Прошу, пробуйте. Да, действительно очень вкусно. Все эти старания ради будущего. Ей со мной будет комфортно. Ну, Юсуф Джон, хочу сказать спасибо за прекрасное гостеприимство. За вкусный плов. За прекрасный вечер. В общем, за все. Добрый вечер. Здравствуй. Ашраф, Ясмина спит. Просила не беспокоить. Сегодня было много уроков. Устала. Что? Уроки? Какие уроки в воскресенье? Не знаю. Она сказала, голова болит. Что? Голова болит? Лекарство выпила?
Ты доктору звонила? Нет. Телефон в машине оставил. Что случилось? Брат меня убьет. Я должна быть дома. Пока, Юсуф Джон. Когда едешь, напиши мне. Ладно, хорошо. Юсуф! Что? Слава Богу. Пошли. Юсуф Джон? Слушаю, отец. Невестку проводил до дома? Да. Если все невестку в свой дом приводят, он свою невестку в ее дом провожает. Ничего, всему свое время. Придет время, и мы обязательно приведем в дом невестку. Главное, она осталась довольным нашим гостеприимством. 120% довольна. Вот это другое дело. Юсуф Джон, слушаю. Она красивая, очень красивая. Стройная. По-моему, она из состоятельной семьи, да? Не знаешь, кто ее отец? У Ясмины нет родителей. У нее есть брат. Он бизнесмен. Но не сказала, как его зовут. Ничего, сынок. Главное, чтобы вы сами нравились друг другу. Ну-ка, иди сюда, жених. Минутку. Ясмин? Ясмина! Чуть не умерла со страху. Почему? Пришел твой брат и, ничего не сказав, поднялся прямо к тебе. А я ведь наврала ему, что ты здесь. Хорошо, что он забыл свой телефон в машине и пошел за ним. Иначе не представляю, что было бы. Ой, вы же моя самая любимая, самая красивая невестка. Смотрю, ты светишься от счастья. Что случилось? Ничего, просто так. Тебе меня не обмануть. Как его зовут? Кто же похитил сердце нашей красавицы? Хорошо, хорошо, скажу. Имя. Только имя, да? Да, имя. Его имя, Юсуф Джон. О, Юсуф Джон. Красивое имя. А сам он соответствует имени? Сам? Да, сам. Хотите его увидеть? Конечно. Если так, то слушайте задание. Только без участия Ашрафа. Нет, нет, это не так уж и трудно. Легенькое задание. Нет, если Ашрафа касается, то нет. Тогда спокойной ночи. Ой, нет, хорошо, говори. Моя самая красивая невестка.
Это не трудно. Сообщите моему брату и уговорите его, чтобы он разрешил пригласить Юсуфджона в гости. И все? Да, все. Да это и не так уж и трудно. И потом я не могу тебе отказать. Юсуфджон, да, отец? Идите сюда. Присаживайтесь. Дети мои, послушайте меня внимательно. Жизнь похожа на солнце. Есть в ней восход, зенит и закат. Я нахожусь в закате, а вы на восходе и только вступаете в зенит. Прошу вас, будьте в жизни как львы. Никогда не склоняйте голову перед ничтожными. Жизнь, она еще бывает похожа на лес со множеством троп. Если не найдешь правильную тропу, или волк тебя сожрет, или тигр, прошу вас, никого не предавайте, никого не обижайте. Никогда не зависьте от ничтожных людей. Мне осталось недолго жить. Только Всевышний знает, сегодня, завтра или послезавтра. Единственное, что я хочу от вас, не теряйте связь. Берегите друг друга. Заботьтесь друг о друге. Отец, мы обещаем, ни о чем не беспокойтесь. Я ради вас и ради Муслима жизнь свою отдам. Юсуфджон говорит правду. Та связь, которая есть между нами, она вечная. Алло, Ясмин. Я под вашей дверью. Хорошо. Здравствуй. Здравствуй. Добро пожаловать. Проходи. Это нам? Вам. Спасибо, спасибо. Проходи. Это Муслим сказал купить. Спасибо. Как Муслим? Нормально. Проходи, добро пожаловать в наш дом. Мир вашему дому. Ничего так дом. Что? Нет, нет, ничего. Еще раз добро пожаловать, Юсуфджон. Не стесняйся. Хорошо. Бери, угощайся. А я принесу горячего чаю. Ладно. Не скучай. Я скоро. Ясмин, 3 ложки кипятка. Кипяток. И? Здравствуйте. Здравствуй.
Ашраф, познакомьтесь, это... Мы уже познакомились, сестренка. Если так, то хорошо. Юсуф Джон, бери, не стесняйся. Хорошо. Проходи. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Приятно познакомиться. Ясмина, налей чаю. Гостю и брату тоже. Пожалуйста, чай. Наш Юсуф пьет только воду. Спасибо. Я думаю, плов уже готов. Пойду принесу. Подожди. Сядь. Дамы, если вы позволите, я поговорю с ним как мужчина с мужчиной. Хорошо, хорошо. Вы позволите? Вы сидите, сидите. Хорошо, Ашраф, хорошо. Ну как? Как он вам? Вот так. Я знала, что он вам понравится. Подожди здесь минутку. На, бери. Я не понял, что это? Что? Ты что, в жизни денег никогда не видел, что ли? Это деньги. Ключ ко всем проблемам. Ну, во-первых, проблемы решает Всевышний, а деньги — это повод. А во-вторых... Я сюда пришел не попрошайничать. А в-третьих, Ясмина стоит миллион, так что не показывайте мне деньги. Что? А ну-ка повтори. А? Что сказал? Что, миллион? Принеси миллион. Ясмина твоя. Не склоняйте голову перед ничтожными людьми. И это вся твоя любовь? Знаете, брат, мы львы, а не шакалы. Но предупреждаю, пока не принесешь миллион, никаких звонков, смс-ок,
чтобы я не видел тебя рядом с ней, понял? Пусть будет так. Вот так. 1 миллион. Не грусти, Юсуф. Я до конца буду рядом с тобой. Мы найдем деньги. Ты правильно поступил. Юсуф. Я один раз ошибся, Юсуф. В этот раз я исправлю свою ошибку. Юсуф, считай, что Ясмина твоя. Не переживай. Но я откуда найду такую сумму? Не будем торопиться, а? Нужно пару деньков подумать, что делать. Думаю, найдем выход. Всевышний видит то, что внизу. Это Ясмина? Выключи. Ясмина? Здравствуйте, Муслим. Здравствуй. Проходи. Заходи домой. Нет. Юсуф дома? Юсуф уехал. Что? Куда уехал? В Россию уехал. Зачем? Как зачем? Чтобы работать. Почему вы говорите неправду? Я не верю. Он никогда бы не уехал, не попрощавшись со мной. Вы говорите неправду, вы лжете. Это все ложь. Это все ложь. Спасибо. Вы все врете. Юсуф? Муслим? Да, отец. Ну-ка, оба, идите сюда. Муслим? Что случилось? Смотри мне в глаза. Брат Ясмины потребовал 1 миллион за нее. Юсуф согласился. Он поставил условие. Пока не принесет деньги, Ясмину не увидит. Вот так. Почему мне не сказали? Что? Я для вас чужой человек? Я же готов ради вас жизнь отдать. Ладно, не расстраивайтесь. Нет проблем, которые не решались бы. Юсуф, ты правильно поступил. Как настоящий мужчина. Деньги найдутся. Молодец.
Не расстраивайтесь. Деньги найдем. Найдем. Муслим, слушаю. Позови Юсуфа. Юсуф! Юсуф! Садись. Что ты решил? Такая большая сумма. В такое кризисное время и сжатые сроки мы не сможем найти. Так что же делать? Не знаю. Муслим, принеси мою записную книжку. Юсуф, дай телефон. Ассаламу алейкум. Да прекрати ты, командир. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Как ты, племянник? А, Абдулака. Здравствуйте, здравствуйте. Как вы? А ты как? Как жизнь? Как здоровье? Спасибо, хорошо. А, здравствуйте. Как дела, Муслим? Все хорошо? Спасибо. Все хорошо у вас? Как дети? Вот они, дети. Подросли они. Слава Всевышнему. Юсуфджон, чай налей. Ну, командир, говори, зачем собрал нас. Какие проблемы? Вот этот наш паренек влюбился в одну девушку. А брат девушки потребовал миллион. В это кризисное время, откуда я возьму миллион? Откуда? Самое худшее то, что этот парень пообещал, мужественно дал руку. Руку дал, понимаешь, настоящий лев. Браво этому льву, но мы должны выполнить обещание. Ну скажи, чем помочь? Нам надо найти выход из положения, поэтому я вас и собрал. Как говоришь, зовут этого быка? Ашраф. Чем он занимается? Ашраф — наркоторговец. Ну, можно же поднять его дело. А почему нет? Почему нет? Хорошо. Муслим, принеси бумагу и ручку.
Всем вниз! Всем вниз! На колени! На колени, я сказал! Всем на землю! На землю, я сказал! Стой! Стой! Не смотри! Брось сумку на землю! Брось! Ты что сделал? Ты же сам сказал ударь его! Скорее бери сумку и пошли отсюда! Ясмин, открой дверь. Ясмина, прошу тебя, открой, не грусти, все будет хорошо. Я поговорю с твоим братом. Ясмин, всегда можно найти выход из положения. Я объясню твоему брату, и все будет хорошо. Открой дверь. Мы отошлем сватов. Прошу, не переживай. رو جانبی قبلای غم میکنم و میسوزم کفن عشق خود را با علم میدوزم علم و سوز جدایی مرا فریاد بکن شمالی مرگ محبت خاکسترم باد بکن علم و سوز جدایی مرا فریاد بکرد شمالی مرگ محبت خاکسترم باد بکرد تو کجایی تو کجایی تو کجایی تو کجایی تو کجایی تو کجایی Отец? Что, сынок? Хочу называть ее не Ясмина, а Миллион Мох. Не, Миллион Гуль. А, Миллион Гуль? А, мистер Дубай? Здесь не хватает 401 самона. Что? Говорю, не хватает 401 самона. Иди, муслим, посмотри у меня в кармане пиджака. Я пенсию получил. Думаете, хватит? Думаю, да. С таким шефом, с таким отцом, все возможно. Отец? Что, сынок? Здесь только 400. Что еще? Еще не хватает одного самона. Одного самона? Сейчас, одну минутку. Посмотрите, сколько денег. Если не будет хватать хотя бы одного самона, он не примет. Вот, один самон. Это исторический самон. Это твой самон, заклеенный скотчем?
Вот и миллион. Будет в этом доме свадьба. Поздравляю со свадьбой. Ну, поедем. Поедем. Нет, сынок. Говорят, утро вечера мудренее. Думаю, лучше пойти завтра утром. Ведь ночь уже на дворе. Куда вы пойдете на ночь глядя? Хорошо, отец. Как вы скажете, так и будет. Ну, насчет вас не знаю. А я без своей миллион гуль заснуть не могу. Спокойной ночи. Спокойной ночи. شهم در میبرای بالای تختی زرای شهم در میبرای بالای تختی زرای سумасшедший не то слово. Бессердечный, где ты был? Почему не пришел? Нет, нет больше нашей Ясмин. Ее увезли. Увезли нашу красавицу. Где ты был? Бессердечный, почему ее оставил? Увезли они твою невесту, Юсуфджон. Унесли наш цветочек. Успокойся, держись. Когда это случилось?
من شهیدی عشقی پاکم زنده در گور زیری خاکم زنده در گور زیری خاکم من چو طفلی به گناهم ای خدایا ده پناهم خدایا ده پناهم پارا پارا گشت در تن این کفن ناله دارد در لحد این جان و تن ای خدایا اسمم و فریاد کن خانه آخیرتم آباد کن ای صوفی خوش جمالم آیت خان از برایم گر بدانی حال من مفتاجی یک دعایم من شهیدی عشق پاکم یوسف جان یوسف Юсуф, вставай. Юсуф. Не буду мешать. Приходи домой. Сынок. Отец, в жизни есть мечты, которые не исполняются. Ясмина уничтожила. Уничтожила все мои мечты, отец. Уничтожила. Это судьба. Судьба сыграла с нами злую шутку. От судьбы не убежишь, сынок. Но ты будь мужественным. Терпи. Терпи, сынок. Терпи, сынок. Терпи. Ясмина,
уничтожила все мои мечты, отец. Я никогда не оставлю тебя. Что ты наделала? Что? Что ты наделала? А теперь будешь смотреть на мою боль. На мои мучения, бессердечная, жестокая. Тебе не стало жалко сироту? Сироту, которая не знает ни отца, ни мать. Разве я недостаточно намучился? Ты меня уничтожила. Разве не ты говорила, что никогда не оставишь меня одного? Разве так любят? Обманщица! 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 У меня нет сил. У меня нет сил вынести все это. Хватит. Хватит. До скорой встречи. Очень скоро увидимся. Ты с ума сошел? Из-за одной девчонки хочешь себя убить? Да ты не мужчина. Ты что, думаешь, ты мужчина? Не ту фикр мекри ту мардаки. Если бы ты был мужчиной, то твою любимую не обнимал бы сейчас вон тот мужчина. Понял? Значит, ты у нас настоящий мужчина, да?
Иди, иди, герой. Год спустя. Алло. Да, слушаю. Хорошо. Мы в дороге. Обязательно приду. Хорошо. Нету. Нет денег. Стой, стой, стой. Юсуф? Юсуф? Это я, Муслим. Юсуф. Юсуф Джон. Это я. Стой, ты куда? Стой, Юсуф. Я что, теперь всю жизнь должен за тобой ухаживать? Когда ты научишься есть нормально? Не торопись, Юсуф Джон. Вся эта еда для тебя. Я говорю, что этот парень очень вкусно готовит яичницу.
Юсуф? 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 Юсуф! 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 Ну, что там? Все нормально? Муслимджон, скажу прямо. Юсуфджону только Всевышний может помочь. Причина его безумия — это его прежняя болезнь, которая прогрессирует в результате стресса. Как прогрессирует? Опухоль, которая находится в центральной части головного мозга. Она злокачественная. Причина безумия и амнезии — это опухоль. И причина того, что он употреблял наркотики, тоже. Когда он употреблял наркотики, боль уменьшалась. И тогда он вспоминал прошлое. В общем, сильные головные боли не оставляли его в покое. Только обезболивающие препараты могут уменьшить его боль. И это только на какое-то время. В общем, он будет мучиться. Вы хотите сказать, что нет другого выхода? Нет. Где Юсуф? В машине?
Идиот! Я ведь сказал тебе, сиди в машине. Дай сюда ключи. Сейчас расскажу. Подожди, кино закончится. Кто нарядил этого безумного? Эй, безумный Юсуф, дай рубль. Рассчитайся с ним. Юсуф, иди сюда. Возьми деньги. Возьми, возьми. Эй, иди отсюда, эй. Брат, ты неправильно поступил. Что? Какие-то проблемы? Юсуф, дай самому. Юсуф! Юсуф! Приди в себя, Юсуф! Юсуф! Дай самому. На, возьми. Юсуф, стой. Стой, Юсуф. Thank you.
Только Всевышний может помочь ему. Береги себя, Юсуф. Ты уже не ребенок. Ты для меня больше, чем отец, и больше, чем брат. Не теряйте любовь друг к другу. Всегда заботьтесь друг о друге. Знаешь что, Муслим? В жизни у меня одна мечта. Я думаю, что в конце концов кубок влюбленных достанется тебе. Сильные боли не дают ему покоя. Юсуф, иди, иди! Днем звезд не видно. Куда мне смотреть, чтобы увидеть тебя? Я никогда тебя не оставлю. Юсуф, прости, но я не могу видеть тебя в таком состоянии. Прости меня, брат. До последней минуты буду с тобой. Я для вас, для Муслим Джона, жизни не пожалею. Благодарю, Муслим Джон. از رهی عشقم نگردم Ты кто еще такой? А? Чего тебе от меня надо? Мне от тебя ничего не надо. И слова для тебя жалко. Только вот что хочу сказать тебе. Юсуф передал тебе привет.
Юсуф? Юсуф Джон? Юсуф Джон? Ах ты мой малыш. Фильм переведен и озвучен на русский язык в студии Cinema Sinamo в 2020 году. Продюсер дубляжа Субхон Шарипов. من یوسفی پرزی دردم از راه عشقم نگردم از راه عشقم نگردم